В Магадане продолжает свою работу школьный базар. Канцелярские товары, ранцы, учебники и рабочие тетради можно найти на ярмарке. Также в продаже есть дневники и пособия по ЕГЭ. Продавцы рассказывают, что рабочие тетради в дефиците, почти все разобрали. Кроме того, по словам торговцев, покупатели считают цены на школьном базаре самыми приемлемыми. Люди приходят с вопросами, почему у нас такие высокие цены, но в итоге они идут в какие-то другие места и возвращаются после этого, говорят, что там еще дороже, и приносят извинения. Если какого-то товара нет, продавцы записывают номер покупателей и перезванивают, когда нужная вещь появляется. Школьный базар работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера. Завершат ярмарку 30 сентября. В период пандемии покупателям и продавцам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты.